Если ты возьмешь проект Splinter Cell, Thief, The Dark с элементами Hitman и Sly Cooper, ты получишь одну из самых недооцененных игр последнего десятилетия — Styx, Master of Shadows. Нет, не то, что прилипает. Нет, нет, это тоже не прилипает. Я говорю о стелс-игре 2020 года, и, откровенно говоря, этот титул можно было бы получить только из-за отсутствия лучших вариантов. Но поверь мне, когда я говорю, что французский разработчик Cyanide понимает это, стелс — это жанр. Это не особенность. Это не что-то лениво прикрепленное к тройной требухе текущего года, которое, кажется, производит впечатление на самый низкий общий знаменатель. Это либо работает, либо нет. Если тебе нужно освежить знания, просто посмотри на такие игры, как Uncharted в Cyberpunk 2077. Иллюзия скрытности подвешена, как морковка, в то время как геймер неоднократно вынужден вступать в открытый конфликт, в то время как искусственный интеллект Улья мешает вам следовать вашему собственному стилю игры. Предпочтение. Вот тебе идея. Если твоя игра дает мне возможность скрытного уничтожения, может быть, пойдешь немного дальше, предоставив мне возможность оставаться скрытым, не посылая чертову кавалерию всякий раз, когда меня обнаруживают в малейшей степени. И делаешь заметки из квинтэссенции опыта скрытности. Splinter Cell. И что видимость и звук в игре существуют на разных уровнях. И наряду с этим существуют разные уровни обнаружения. Если охранник услышит звук, но ты останешься скрытым, у них гораздо меньше шансов поднять тревогу по сравнению с тем, когда они увидят тебя средь бела дня. Вот какой должна быть скрытность, ребята, темнота и звук. И хотя отсутствие оптимизации иногда делает этот опыт немного шатким, основы все еще существуют. И всего за $2 во время летней распродажи Steam эта игра была для меня абсолютной кражей. Быстро крикни бритвенному кулаку за то, что он один из немногих людей, которых я видел, рекомендовавших этот недооцененный драгоценный камень. Без него я даже не уверен, что услышал бы об этом, потому что журналы игры Святого Ада хотели похоронить это под своими неискренними и плохо продуманными рецензиями. Я на самом деле прочитал игровое место, в котором утверждалось, что слабый бой был ударом по игре, а не выбором дизайна, который заставляет вас играть осторожно. А не идти на все чертово убежище Аркхема или тень Мордора на каждого врага, в поле зрения. Я не знаю, поняли ли это все шейные бороды и игровая журналистика по тому факту, что ты играешь маленького, хрупкого гоблина, но эта игра-невидимка по какой-то причине. Бой — это всегда наименее эффективный способ, или, по крайней мере, так должно быть, пройти через то, что является скрытым опытом. И можно подумать, что любое уважаемое имя в индустрии услышало бы об играх Thief, поскольку они были разработаны с учетом этой аналогичной концепции. Ты идешь против нескольких охранников, и хотя в твоем распоряжении есть кое-какое оружие, его никогда не будет достаточно, чтобы справиться с несколькими одновременно, так что ты должен быть осторожен. Ты не хочешь предупреждать слишком много охранников. Ты вообще не хочешь никого предупреждать. Но Rent-A-Side Styx также удается передать атмосферный аспект жанра стелса. Делая заметки из серии War, Cyanide шел вертикально от самых высоких башен до самых нижних канализационных коллекторов. Игрок действительно чувствует глубину этого мира, когда существует несколько проходов, запертых дверей и настенных креплений, которые предлагают вам разнообразие в стиле игры. Видишь ли, когда большинство современных игр предлагают скрытность, обычно это быстрый трюк с линейным дизайном уровня, ведущий игрока от одного высокого препятствия к следующему, практически без акцента на характере, звуке или видимости. В Styx опыт скрытности занимает центральное место. Тебе дан индикатор видимости в виде светящейся татуировки, напоминающий светящийся песок, который Фишер носил в игре Splinter Cell «Двойной агент». И очень похоже на драгоценный камень видимости, который Гаррет использует во всей серии War. И хотя по сравнению с этим это довольно двоично, и вы либо окажетесь в тени, либо полностью освещены, как 4 июля, расстояние добавляет немного разнообразия в том, что касается освещения. Если татуировка Styx светится ярко-оранжевым, это часто скрывает вас только в том случае, если ваши враги находятся достаточно далеко, чтобы не попасть в поле их зрения. К счастью, есть много тайников, таких как шкафы, сундуки, где наш маленький друг-гоблин может затаиться незамеченным, пока мимо проходят охранники. Еще один недооцененный аспект жанра — стелсовый аспект, который Styx довольно хорошо справляется, это интеллектуальный искусственный интеллект. Это ни в коем случае не идеально, и довольно часто вы обнаружите, что это просто вопрос распознавания шаблонов, чтобы легко победить их. Но я был бы неосторожен, если бы не упомянул, как вражеский AI будет делать много умных вещей, таких как повторное зажигание факелов, которые тебе удалось потушить. Или они будут исследовать определенные звуки, быстро отбрасывая более мелкие. И что-то, что совершенно
ошеломило меня, было, когда я заметил, что некоторые охранники будут патрулировать маршруты для отсутствующих охранников. Так что, если бы ты убил одного из охранников, это случилось бы не с каждым из них. Но раньше я заметил, что как только я снял охранника, тот, кто казался довольно неподвижным на своем посту, внезапно встал и пошел по тому же самому маршруту патрулирования, как бы бросая тебе вызов. Непредсказуемый ИИ — это шаг в правильном направлении для любого глубокого скрытного опыта. И хотя Styx не предлагает осколочные ячейки, хитросплетение света и тени, он использует такие элементы, как эти с охранниками, и делает их своими собственными. И это даже не учитывая глубину и стиль игры, достигнутые за счет использования настраиваемой системы апгрейдов, где игроки могут сосредоточиться на том, что их сильнее и удобнее всего, при этом принося необходимые жертвы, которые ожидал бы любой неконфронтационный вор. Количество предметов для скрытого боя может быть улучшено, чтобы более длинные уровни позже в игре были менее болезненными для прохождения. Именно с помощью этого дополнительного полезного оружия опыт становится еще более глубоким. Все от карманного песка до тушения пожаров на расстоянии, метание ножей, чтобы сделать акт уничтожения нескольких охранников легкой прогулкой, даже флаконы с кислотой, используемые для растворения тел, не так легко хранить. Заставь его почувствовать, что есть несколько вещей, которые ты можешь сделать, чтобы сделать твое конкретное прохождение немного более плавным. Палочки могли бы стать еще одной десятицентовиком псевдо-стелс-приключенческой игры с небольшим количеством инноваций и небольшим риском. Это могла бы быть миллионная игра, которая притупила бы восприятие основной аудитории, но Cyanide выбрал наименее пройденный путь. Они решили создать скрытый опыт, который заимствует из более крупных игр, оставаясь при этом верными формулам, которые сделали их успешными в первом месте. Стелс как жанр, возможно, мертв, но это не значит, что мы не найдем несколько драгоценных камней на этом пути, чтобы сделать вес для возрождения немного более терпимым. Итак, мой окончательный результат для Styx, Master of Shadows, 8 баллов из 10. Здесь достаточно места для роста Cyanide и палочек, и я даже не обсуждал их продолжение, так что знай, что лучшее еще впереди. Я мертв с Дейлом. Увидимся в следующий раз. Прости меня, но кто ты такой? Ну, я имею в виду, что у меня никогда не было дел с кем-то, кто похож на тебя. Ну, нет никого, кто был бы похож на меня. Вот почему я так нравился твоей маме. А теперь иди, мне нужно поработать.